Всем привет, с вами мисс Аня. Сегодня я приехала на море. Это мой первый день. Маме дали путевку. У нас комната не очень. Давайте пойдем скорее же на море. Что? Пошли! Что? Тут. Thank you.
Путешествие на желтом воздушном банане. Есть свободные места. Также свободные места на катере. Пойдем там, где воды открывают. Такая же конкурс, да, какой-то? Да? Это же орден нарисовали. Красный, можно? Так тут все могут рисовать, да? Или нет? Аля, что происходит? Не знаешь? Конкурс какой-то. На Аню, да? Аня. А ну ладно. Бери кисточку. Нарисуй. Ромашку. Нарисуй еще орден, ребята. О, а ну пойдем там глянем. Там тоже рисуют. Кто-то, пожалуйста, Илюш, я никому не звоню. Ребят, мы научили, я теперь есть какой-то в этом углу. О, да. Какая разница? Кто это? Ничего, сейчас надо больше кто-то сделает. Кто? Флэш? Серега, это не российский флаг, Серег. Там красная полоса снизу должна быть. Вообще не знаю, это же пофиг вашу макать, да? Я знаю, что у вас. Да, благодарю.
Сахалин. Путин, серьезно? Да, серьезно. На трусах сердечко нарисовали. Вот тут. Да, на трусах? На попе? Да. А, ну пойдем дальше. О! О! Выпало. Вот все. Не рисуйте мне шорты! Не ори на детей! Ну рассказывай теперь, что здесь нарисовано? Сзади нарисован крош. Поймите еще. Тут такие же цветочки, тут такие сердечко, дерево. Путин. Путин. Я понял, хорошо, это кролик, отлично, круто. Ну и а спереди что у нас нарисовано? Это уже наше. Так, давай тогда меняемся, следующий представитель команды. Ну рассказывай, что здесь у нас? Это Рашмен. Рашмен? Российский мэн. Все, кого он спасает, рассказывай. Ну всех подряд. Всех подряд спасает? А его надо звать, или он сам приходит? Сам приходит. Ну все, ребят, давайте похлопаем. Команда, молодцы. Ребят, ты свободен, теперь высыхай, загорай, давай. Леха, подходи, теперь ты к нам поближе. Давай. Ну, ребят, это, конечно, это абстракционизм, наверное, называется. Да, конечно. То, что он ел, допьян. Представитель команды, выходи сюда, один будет рассказывать. Кто готов? Ребят, давайте, не стесняйтесь. О, сейчас посмеем. Ну, рассказывай, что у нас нарисовано. Успейте у нас. Алексея. Человек. Это у нас. Это у нас русалка. Влюбленная в кого? В Аквамен. Хорошо, где у нас Аквамен? А это Аквамен. А это просто называется. Я ничего не хочу. Я там красиво. А ну стой, но я же говорил. Хорошо, давайте продолжим презентацию. А как вообще, расскажи нам историю. Вот эта история. Вот это вот русал. Ну вот Аквамен, я там мой после рождения. Случайно. А там загорал русал. Где, в кустах? Ну там возле моря. Я понял, хорошо. Вот получилось вот такое, понимаешь? Русалка и Аквамен. Ну все, ребят, молодцы, похлопайте. Ну все, теперь мы идем все вместе купаться, а то жарко уже все. Серег, серый. Куда? Купаться. А, отдайте девочку. Можно тебе покрашенные не закончилось. Что теперь будем делать? Иди домой. Чего домой? Идем заорать. Или домой? Да. Купаться идите, все стоите. Идем. Сейчас сфоткаешь меня с природой. Итак, мы сейчас будем с папой рыть я.
Что это я нашел? Ого, какая у нас. Это будет башня. С ямкой. Давай, помогай, Паша. Как ты халявишь. А я придумала уже. Это будет замок, а это будет колодец. Это яма будет, сюда будет. Людейский делать. Нет, нет, я сделаю, я водички наберу, и будет водичка. Давай копай. А то я не буду копать. А то один папа копает. Еще надо рыть. Маленькая, и воды нема. Нам вода нужна. Добывай воду. А вода там. Где? А мы сейчас надо сделать, чтобы она была здесь. Зачем? А? Зачем? Купаться. Горячая, сладкая, кукуруза. Вот еще есть. Мы сейчас до такого количества докопаем. Better put it.